этом видео? Какие-то стволы, все чистят свои стволы. Кто-то чистит стрелу, да, стругает. Все верно, у меня есть брат. Превосходно, где же он? Здесь, прямо над нами. Ой-ой-ой. Страшный сказ 2. Не в первый не играл, ну и пиху. Если что, на стриме сыграю. Не ожидали, не предполагали. Давайте так, ребят, я прохожу Creepy Tale вот за 2 дня, за сегодня и за завтра. А вы лайк поставите на видео. Давайте так, если лайка не будет, то я удаляю канал. Все, я сейчас выпью свой Starbucks Coffee и буду... Так, как запустить тебя? Орлы, у меня сегодня ночью такой сон был. Мне приснилось, что я прохожу киберпанк на 100%. И я подумал, что это знак. Проснулся я сильно возбужденный. И чтобы снять это возбуждение, я зашел на канал МКБацки. Этот парень, который вот взялся за прохождение киберпанка на 100%. То есть я этого не сделал. Кто-то от меня этого ждал. Если вы ждали от меня, ну, наверное, уже не дождетесь. Поэтому есть МКБацки, который это делает. И ссылка на него в описании. Давайте посмотрим. Он лишь тут создает персонажа офиса Арасаки. То есть выбрал он путь корпората, который мне, кстати, больше всего нравится. Он самый такой, ну, логичный для меня. Последняя игра в спасать. Давайте посмотрим, как выглядит вообще 100% прохождение. Как я понимаю, он все читает. У него офигенное интро. Я даже лики поставлю, потому что мне вообще это ничего не жалко. Блин, так стильно начинает. Это так классно выглядит. Добрый день, на связи МКБацки. Сегодня мы продолжим с вами проходить киберпанк. Набавка могла быть больше. 7 у нас на консервативном канале. Это консервативный канал. Я на самом деле большой консерватор. По мне не скажешь, но я консервировал еще когда бабушка ваша не консервировала. Импланты, как видите, он читает все записки и проходит игру на 100%. Если у вас комп не тянет, даже пропатченный киберсранг, то вы знаете, к кому идти и знаете, что делать, а именно... Я оставлю там секретный комментарий, так что есть повод зайти. Ссылка в описании. Незваная гостья, глава 1. Как я понял, это вообще русская игра, потому что тут, вайс, как всего доступно русский и еще какой-то иностранный. Так, мальчик стругал... А, он стрелу стругает, просто если присмотреться, он говорит, так вот он там что-то другое стругает. Засиделся я, пора проверить, как там мы родные. Ну да, с ними что-то могло случиться, закончить диалог перемещения, ок. А что там стругал, зачем ты... Я вначале подумал, что он свой этот деревянный стругает, а он стрелу делает. Ну, стрелы для тренировки во дворе. Добренько. Так, о, Мишка, Михаил. Как дела? Красавец-медведь, наделивший меня шрамом на щеке. Зато мужественный, это как в Assassin's Creed, там телку царапнул уже с собакой дикой. Так, тут можно взаимодействовать. Шкафчик с рукоделием, которым заведует Элли. Не знаю, зачем она любит запирать его на ключ. Ну блин, чтоб ты не разъебался, что там внутри лежит, очевидно же. Ой, а что-то матерюсь много, надо будет поставить ютубу, что я матершине, короче, быдлоет. А, Элли, у меня одноклассницу так звали. Кстати, тёлка на нее похожа. Не отниму я у тебя этого. Ой, тут все что-то... Пропал мой Мишка. И, ну что, ну пропало, я что? Вы же с ним неразлучны, когда Мишка убежал. Мы играли во дворе в прятки. Он всегда забирался за колодец. Думал, это надежное место. Но сегодня его там нет. Сейчас мы его отыщем, не волнуйся. Так, ну папа начищает ружье. Тут все почему-то заняты на чистые, что-то каких-то стволов. Все чистят свои стволы. Кто-то чистит стрелу, да, стругает. Кто-то свой вот этот... свое ружье натирает. Ну, естественно, там у мальчика стрела, у папы уже ружье целое. Ну, тут все понятно. А дед чистит свое ружье. Не стоит отвлекать его без причины. Папу лучше не отвлекать, если он чистит ружье. Так, это, видимо, Библия сатаны. Дневник моей мамы. Она пропала 5 лет назад, и это единственная вещь, которую мы храним. По рассказам папы, моя мама была очень начитанной и духовно развитым человеком. Все свободное время она проводила в библиотеке. Мне кажется, она была духовно развита вниз. Мы пытались расшифровать записи, но мама писала на древнем языке, которому еще в детстве научил мой дедушка. Ну да, и у нее еще это солнце с глазом на Аве ее дневника. Ну ладно, пойдем искать Мишку. Where is the bear? Вот, о, сказ с нашими продуктами. А, это типа древний египетский холодильник. Вот, да, понял. У меня, кстати, есть вот яйца, чеснок, кстати, есть. Хлеб есть, хотите, принесу? Вы хотите, я же... Вот, чеснок.
Он совершенно не воняет, кстати. Может, это потому, что он в шелухе, в скорлупе. А это у меня хлебушек. Смотрите, практически такой же, как у чувака. Давайте я даже попробую его. Добрый хлеб. Добро. Угу. Нравится деду. А что там, куда идем? Ворона, она мне изначально не понравилась, как ее убить? Мишка за колодцем был. Надо найти Михаила. Здесь только тело Мишки. Тело? То есть кто-то расчленил Михаила. Михаила расчленили. Так, нам нужна пояснительная бригада следователей. Давайте попробуем найти остальную часть Михаила. Где-то. Это может быть это его голова? Похоже. Выглядит this странно, но может это. На этом пике мы рубим дрова, сколько себя помню. Он здесь был. Лопата, ворон, а ворона кукурузу-то не поедят. А где голова Михаила? А, вон она, смотри, у ворона. Орлы или вороны? Гадкая ворона оторвала Мишке голову. Как же заставить ее открыть клюв? Я думаю, нужно ей дать кусочек сыра. Как вы в басне, помните, там типа приспослал вороне как-то бог кусочек сыра. Мы отцом любим постоять во дворе. Это победа, мне не хватило всего лишь пару очков. Мне друзья рассказывали, тоже пострелять любили, только у них лука не было уже, потому что, ну, сами понимаете, средневековье прошло. Они любили в школе стрелять, скажем так, струйкой на стены. Мне друг рассказывал, как они во втором классе баловались, типа, кто сможет пописать выше. И он, мне друг рассказал, у них там был один чел какой-то вообще странный, и он написал аж на потолок. Жесть, да? Так, ну мы дрова рубим, это я понял. Так что вот, так, ну я не думаю, что ей стоит показывать тело Мишки. Это может ее травмировать, поэтому мы сейчас... Так, ну у нас, может быть, мы можем взять что-то? То есть логично, что мы можем как-то подкормить ворону. И это каким-то образом заставит ее что-то делать. А, волшебный фонарь нашли. Я все-таки думаю, может, можно как-то взаимодействовать с этим? Лунный шкаф забита моим творчеством. Люблю здесь все, что найдется в лесу. Как говорится, в лесу ходят со шкафчик с рукоделием, так, любят запирать на ключ. Может, это тоже подсказка, типа, что ключ нужен? Дворе осень, мое любимое время года. Окей. Кстати, там Мишка еще сверху есть, может, его оттуда можно было просто достать и сказать ей, типа, эй, это же твой Мишка, наливай винишко. Как кружится голова. Так, у нас есть тело Мишки. Я не очень пока уверен, а как применять предметы. Игра, скажем так, не учит этому. Нашел Мишку. Пока нет, Мишка наловчился играть в прятки, но обязательно отыщу его. Ну, как мы и говорили, что... Слушайте, а может подстрелить ее? Так, чистит ружье. Слушайте, мне кажется, самое логичное из того, что есть, правда, мы этот предмет взять пока не можем, вот у вас есть топор, это взять вот бы лук и стрелы и просто подстрелить ворону. То есть я бы так сделал. Так, стоять по вороне, решусь только крайне случай. Думаю, с вами перехитрить негодницу. Так, может быть, ей паука дать, а? Вот паук, например, не? Не получится? Ладно. Поднимитесь наверх, возьмите сыр из мышеловки. Так я хотел взять сыр, почему из мышеловки-то? Почему нельзя из шкафа его взять? То есть, я не понимаю, нам жалко сыр? Постой, а... Как я должен был увидеть эту мышеловку? Ее не видно, она в темном углу, тут экран черный, как негры, блин, в Африке. У Варламова видео, блин, в этой Эритрее. Думаю, вороне понравится кусочек сыра. Но я же говорю, да, вороне послал как-то бог кусочек сыра, это логично. А в дом это топором ее зарубим. Как видите, мне хочется убивать. Я машина для убийств! Кто слушает Алену Швец, ставит лайк автоматом на все видео за последний год. Так. Ай, блядь, я кофе! Оно не пролилось, потому что я гений, у меня трубочка. Так, использовать предмет. Ну... Не работает. Так, ладно, хорошо, вот ворона, вот сыр. Используй. Опа. Вбей. Так, воруй, бери голову быстро, пока не украла. Ну вот, Мишка найден. Осталось пришить голову на место. Серьезно, ни капли не пролилось? Ну, хотя я пролилось внутри вот этой крышки. Там даже не видно.
Пока что непонятно, в чем хоррор история. За 10 минут я не успел испугаться. Элли, можно посетить у тебя ключ от шкафчика? Можно. А зачем? Думаю, он продвинет поиски Мишки на несколько шагов вперед. Серьезно? Вот, держи. Лови. Кстати, а кажется, какой-то очень... По голосу она выглядит какой-то взрослый. У чувака голос еще нормальный. У нее голос, мне кажется, должен быть более детский. Ну да ладно. В общем, у нас был затуп с первой загадкой, но мы уже разобрались. Посмотрим, что в шкафу. Как я понял... По-моему, там какие-то дилдаки деревянные. Но, может, мне кажется. Скорее всего, так и есть. Вы, выберите нитки с иголкой, затем порватого мишку. Так. Так, не... Опа! Мишка! Мишка снова с нами! Пора обрадовать Элли. Михаил снова с нами. Это, видимо, старший брат Михаила, который очень недоволен ситуацией. Жалко, нельзя взять у него комментарий. Да я не укадую у тебя твоего крова. Посмотри, кого я нашел за повозкой стена. Передай Мишке, чтоб больше не пил винишко с воронами. Танцуй, мой Мишка, наливай винишко. Спасибо. Сынок, подойди ко мне. То есть это... А, кам, значит, сынок, кончи на меня. Слушаю, отец. Ожидается холодная дрочь. Будь добр, наколи немного дров. Ну, будет сделано, сэр. Так, да, чтобы наколоть дрова, нужна так называемая полено. Полено. А где взять полено, пока я не понял. Так, ну вот типа, вот у нас... стоит поставить полено. Постой, а где полено? Тут нет полени. Серьезно, здесь нет... А, слушай, а может быть, чтобы было полено, нужно в лес уйти? Ну, то есть, логично, наверное, что... Да, во, во, смотри, лежит. Вот, да. Ой, бабочка. Нет смысла уходить в лес, особенно дерево возле дома. И слушай, да, выглядит все очень стрёмно. Тут какой-то туман страшный. Я бы, честно говоря, в такую погоду не пошел, а бы сразу подумал, блин, сейчас Silent Hill начнется, радио будет сбоить. Мой отец превратится в страшного демона, а сестра в проститутку, медсестру, так что это явно не то, что я хочу. Так, ну что, как у деда, да? Старые добрые времена. Я, кстати, никогда дрова не рубил и даже, скажу больше, на даче не бывал. Что ж такое? На даче не бывал? Ну, то есть, один раз года в три. Маловато будет, нужно взять еще полено. Так, а где? Чувствую, сейчас меня в лес заставят идти. А я видел только два. Ой, а! Что? Извините, у меня тут Геншин Импакт балуется. Попробовать снова, проверь-ка мне. Знаете, Геншин Импакт, у меня какая-то проблема с этим Геншин Инфарктом. Каждый раз, когда он обновляется, вот у кого тоже так, он начинает, он проверяет файлы после обновления, и потом говорит, ой, а я файлы не смог проверить, я сейчас всю игру, короче, буду проверять, все 17 гигов, буду перекачивать, а скорость загрузки 1 мегабайт в секунду. А раньше еще ниже было, я помню, люди качали там по несколько дней Геншин Импакт, сейчас стало чуточку лучше. Теперь это вопрос часов, а не гей. Так, микрополено взято. Я его даже не заметил, настолько маленькое и неприметное. Так что вот, у кого тоже проблемы с Геншин Импактом, ставьте лайк. Это я сейчас ни на что не намекаю, вы скажете, уй, Ген обновляет Геншин Импакт, ну что ж, будет играть? Да, буду играть, возможно, на стриме. Да, я понял, что это стамп, давай. Хоппа, вбей. Уф, тяжелый топор. Отец мечтает, чтобы я стал Гераклом. Знаете, вести дрова в дом, и дело сделано. Знаете, мне кажется, это обидно, когда у тебя, допустим, отец бычара такой здоровый, а ты сам как бы, ну, мелковат. Жиза же, да, у меня не так. У меня папа как бы, ну, нормально. Пропорции просто немножко жирный. Ну, я, в принципе, тоже немножко жирный. Так что, все справедливо. Так, ну, пап, я все сделал. Что теперь? Пап, держи. Дело сделано. Молодец, сын, сложи в дровницу у камина. Вот, сложил. О, спать хочется. Здоровьем покончим, можно немножко отдохнуть. А сейчас он отдыхать будет, короче, все пропадут из дома. А у сестры голова будет отрублена. Так, ладно, все, давай спать. Даже он же только проснулся, сейчас вообще день. Как можно спать днем, я не понимаю, у меня голова болит. Даже если я устал и хочу спать, у меня днем адский гад. Что? Монстр! И демон! Нет, папу убили, Элли. Не бойся, я не причиню тебе зла. Это же я, Марта. Помнишь, как со мной мы играли в салки на прошлой неделе?
Это, видимо, ее папа, только ее папа... Видимо, у него очень реалистичный костюм на Хэллоуин. Пришла, чтобы вернуть тебя в семью. У меня для тебя подарок. Посмотри, как сияют камушки. Постой, она хочет ее короновать, сделать ее злой королевой. Добытешь власть и станешь частью великого замысла. Выходи, просто примерь ее, и если она тебе не понравится, мы свалим, я обещаю. Так, главное, чтобы меня не спалили. И не и сестра, главное, чтобы меня тоже не палила. Какая приятная дрожь бежит по телу. Ощущаю себя владычицей мира. Мне кажется, это не тот эффект, который мы хотели. Короче, как я и сказал, помните, что мы проснемся, там сестра с отрубленной головой, а батя в монстра превратился. Ну, примерно это то же самое произошло. Рада приветствовать тебя, сестра, но ведь ты не единственный ребенок в семье. Все верно, у меня есть брат. Превосходно, где же он? Здесь, прямо над нами. Ой-ой-ой. Ты Кай, прыгай в окно. Братан, ты кайф лис! Бежим, я разбегаю. А, о, меня спасли. Детство, кто же мой спаситель? Винни-Пух? Или, может быть, братец-кролик? Creepy Tale 2, или страшная сказка. Be quiet. Столько не шуми. My name is Bakhtor. Меня зовут Палу. I'm your house spirit. Я ваш домовой. House spirit. House spirit. I live in a tree. Для общего удобства живу в дупле рядом с вами. Домовой? Я всегда думал, что это просто сказки. Ой, Мин и Ларс. Мир полный волшебства, просто оно открывается не всем. А то, что там монстр и твою сестру короновали, она стала злой. Это что? Это типа не магия? Хотя ладно, корона, можно сказать, что она пропитана какими-то травами там одурманивающими. А монстр это костюм, как в Скуби-Ду. Но тем не менее. А домовой это вообще дед просто. Мы просто деду выселили из хаты, потому что места нет. И поэтому дед живет в дупле. Держи, выпей отварчик, уезжи, милости, он успокоит тебя и придаст сил. Так, ну давай. Я пожелаю живости. Кто напал на наш дом? О, Ларс, случилось нечто страшное. В наших краях появилось зло. Вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители. С помощью диадемы... Ожерелье? Диадема. Были захвачены разум одной девочки, которая начала собирать целую армию. Постой, ну кто-то же одел эту диадему на девочку, то есть нужно, наверное, того, кто одел на нее диадему, скажем так, приструнить. Диадема? Моя сестра, она только что надела ее? Темная магия, теперь она на службе зла. Марта, Дороти, а теперь Эйли. С каждым днем наше дело становится все хуже. Это какой-то женский клуб, видимо. И женщин делают стервы суп. Ясно. Осудить на момент осуждаю. Тайна кроется в бабочках. Именно они контролируют сознание лесных жителей, одновременно пожирая их плоть изнутри. Что делать? Как нам спасти Элли? Ты видел гиганта, сопровождавшего Марту? Наверняка Элли получит себе слуги нечто подобное. Просто прийти и забрать Элли с собой не выйдет. Нам нужен план. Отправляйся в град, найди моего братца. Живет он у портного, даже помогает шитье и по хозяйству. Толково, но страшно любопытно, что точно знает побольше меня. Возьми ему гостей с моей фирменной кекс с грибами. Это его любимый лакомство. Братец-то наркоман, он любит кекс с лесными мухоморчиками. Интересно, не заставит ли нас съесть кекс с грибами по дороге? Ну, по глазам видно, что дед как бы любит принимать. Еще истории такие рассказывает. Дед явно разбирается в грибах. Спасибо тебе, Полунь. Был рад познакомиться. Буду ждать тебя вместе с Элли. Да помогут тебе силы природы. Как я понимаю, тут разные главы, типа разные истории. Но хрен знает, я не очень понял. Насчет Creepy Tale 1 никогда не проходил. Но, честно говоря, можно было бы на стриме. Потому что игра все-таки немножко ольд. Так, видимо, мы в Китае, кстати. Потому что надпись издали похожа на китайский. Мне показалось, слышал коней. А поярче сделать игру нельзя? Такое не предусмотрено? К сожалению, нет. Ну ладно, авторам, видимо, виднее, какая должна быть Ладно. Ребят, вы чё? Я же нормальный. В чем проблема? Нет.
Сан, видимо, кто-то сильно торопился, оставил кувшин такую ненастную погоду. Жалко, мы лук и стрелы с собой не взяли. О, кто-то Судя по вывеске, это домик портного. Надеюсь, здесь будут рады моему визиту. У него тут дверь приоткрыта, и там еще конверт было видно за окном. Кажется, девочки посетили портного раньше меня. А как ты понял, что это девочки? Может, его просто ограбили? Нужно хорошенько осмотреться. Но вы наверняка успел спрятаться. Я думаю, он спрятался за вот этой штукой. Видите, там вот эта бумажка подо мной, под моей вебкой, находится типа камин. Это 100% фано. Во-первых, для начала я бы вышел из дома, там письмо. И это видно. Так, возьмем письмо. Письмо от лесной феи, адресовано домовому, проживающему портного в камине. Ага, значит, у домового есть убежище. Надеюсь, он успел спрятаться. То есть никто никогда не заметит, что там типа камин. Домик портного, сам хозяин похищен, но не теряю надежды отыскать домового. Он был обязан успеть спрятаться. Давайте дальше прогуляемся, просто, ну, посмотреть. Ну... А, надо тянуть, давай! Бык! Получил доску. Так, ну, уходить вглубь города бессмысленно, но и к портному позади меня. Окей, логично, ты меня убедив. Посмотрим, ну, то... игра, кстати, необычная, мне нравится, как я говорю, я хочу играть больше в необычных игр. А я говорил это, ну, сказал сейчас. Хочу играть большее количество необычных игр, я знаю, вы скажете, типа, Евген... И, кстати, я про эту игру знал уже как несколько дней. Просто все никак не мог поиграть, потому что решил, что в начале обновления на канале, потом Creepy Tale, или Страшный сказ. Пью, балдею. Так, тут лежит замок. А зачем я взял замок? Так, тут... О, тут, типа, зуб. Огромный коготь. Похоже, портной ответил по нашим славным боям. У портного, походу, есть когти. Вот что я думаю. И он... Это странно. Это не норм. Господи, какая муха жирная. Барни вот вчера съел такую же жирную муху. Ясно, ее можно взять? Нет, нельзя. Обидно. Так, я вижу, что что-то можно взять. И вот как я должен это увидеть? А, моток ниток. Мне кажется, мы что, шить что-то должна булавка? Окей. Кис-кис-кис, не бойся, я тебя не трону, спускайся сюда. Кис-кис-кис. Какие киски на кис-кис приходят? Киски приходят, если ты еду им показываешь. Так. Голос из очень плотного материала, сорвать его руками не выйдет. Ну, раз не руками, так вот. Ха! Вбей. Все-таки моя привычка осматривать домик домового нашелся, только дверка закрыта на замок. И только дверку даже не показывают, видимо, сэкономили. Так вот, я... Моя привычка все осматривать здесь как нельзя кстати, потому что у меня привычка с квестов осталась, что если ты попал в какую-то ситуацию, то есть заранее осматривай вообще все локации, вообще все, даже если локация просто там тупик какой-то, или просто дверь ведущая в никуда, все равно осматривай, потому что, скорее всего, там что-то есть. Так, и что делать? Ну, вот осмотр, домик давно нашелся. Так, окей, у нас есть, ну вот, замок. У нас есть булавка, письмо. Может, письмо? Типа, я хочу ему письмо отдать? Ну вот, допустим, я хочу... Да я понял это, ты заткнись. Письмо, нет? А, кекс, мы же кекс ему должны отнести. Тоже нет. Можно от кекс куда-то положить. Так, это что, вот. Не... О, давайте положим ей кекс. Нет, поможет. А, иголку? Клык, нитку, нитку? А, вряд ли. То есть нам нужно накормить кошку. Просто чем? Еды-то у нас нет. А-а-а, ну слушайте, а может быть надо молоко подобрать? Там же сверху, помните, кто-то оставил миску. Может быть, они просто так там. Так, сильно торопился, расставил кувшин, такую неясную погоду. Может быть, этот кувшин нужно, можно ниткой подцепить? Давайте попробуем, вот, огромная булавка. Так, как у вас тут это работает? Булавка, да, с ниткой. Личное изобретение, удочка с булавки и нитки. Так, и, допустим, я хочу это с клыком. Отличная идея, забив от конца катушек с нитками, у меня получилась простенькая удочка. Ну вот, уди, хорошая идея. Забирать кружку лучше, находясь на крыше. Так, то есть мне нужно еще и на крышу. У вас доска была, кстати. Мы с вами доску брали, но благополучно об этом забыли. А, нет, доска-то есть. Так, вот ей теперь вопрос, как забраться.
Опять эти стрёмные звуки. Так, это я понял. Теперь нам нужно искать, как забраться на крышу. А так, в принципе, видите, все схвачено. То есть нужно забраться на крышу. Так, давай под новое. Я думаю, здесь выхода на крышу нет, скорее всего. По крайней мере, в доме я не видел активных зон, за которые можно было бы зацепиться. Значит, выход на крышу где-то здесь. Сейчас найдем. Может быть, кстати... О, да, вот он тут может быть. Конец веревки выглядит ничейным. Ничейным? Ну, давай что-то сделаем с ним. Хопа, то есть у нас теперь еще и веревка. Тот момент, как конец веревки выглядит ничейным, понимаете? Так, ну на крышу мы так и не забрались. Слушай, а может нам веревка поможет забраться на крышу, а? Может мне типа как альпинисту быть? С другой стороны, а как я на крышу-то заберусь? Так, давайте я теперь альпинист. Я беру... А, так, постой, мне нужен рюкзак. Так, и... Допустим, вот так. Нет? Ну, хрен знает. Я не знаю. Может, но я подумал, что в этом есть логика. Так, метровая... Так, я не очень уверен, на самом деле, что делать. Может быть, доску как бы применить? Я просто хочу посмотреть, что будет. Нет, ничего не будет. Так, немножко тупик. То есть он говорит, это надо делать с крыши. Значит, единственное место... Ну, значит, как-то через дом портного нам нужно зайти на крышу. Чтобы получить так называемое молоко. Потому что здесь проходов нет. Ни на второй этаж, никуда. То есть есть миска... Есть киска. Есть миска, есть киска. А дальше что? У нас есть доска. Есть веревка. Так, дом портного. Слушай, а может быть тут можно применить? Забраться на крышу с помощью веревки неплохая идея, но без груза на конце ничего не выйдет. Груз на конце-то? Не проблема. Херня вопрос, груз на конце. Сейчас, так, веревка. Вот, с помощью этого, представь, можно зацепиться и залезть куда-то. Превосходно. Во, ребят, видите, Евген не так туп. Твое лицо, ка, задумал недоброе. Хоппа! Забилось крепко, думаю, я рискну забраться наверх. Ну давай, ну лезь. На анимациях опять сэкономили. Да, слишком далеко. Прыжок может быть раком-то. Нормально, господи, я прыгнул. И страха нет. Собрал все заранее. Сейчас получим молоко бабушкина крынка. Бабушкина крынка. Подцепляем бабушкину крынку, хотя, скорее всего, оно пролилось в реале от таких вот движений. Так, так, руками надо. Да, но если оно не до краев, ну ладно. И как ты его таскаешь с собой? Никого не напрягает, как в играх персы таскают с собой все вот эти штуки. Так, теперь главное не подскользнуться на крыше, потому что иначе будет смерть и будет неприятно. Все-таки я не так плох, по-моему, в плане прохождения, то есть видите, я даже не затупил. Все-таки с возрастом ты становишься умнее, и квесты уже тебе по зубам. Пей молоко, малыш. Кис-кис, спускайся, отведай вкусного молочка. Кстати, Барни стал что-то молоко сейчас пить постоянно. А то не пил, перепугалась бедняжка, даже меня боится. Так, давайте ей покажем кузькину мать. Так, ладно. Я думаю, надо выйти или отойти. Видите, киска следит, обратите внимание на глаза, следите за глазами. Так, мы вышли. Мы заходим обратно. Лякит. Лякит довольный, мурчит. Хороший кит. Ну вот, все ужасы позади. Будь лапочка, позволь снять с тебя ключик. Хопа! Попавс, демон. Так, опа. Опа, у меня грязная попа. Я проник на хату к домовому. Блин, а он похож на предыдущего. Может, они братья? Здравствуйте, меня зовут Ларс. Полуни велел меня вас найти. Представьте, вот каждый, представьте, в каждом доме жил бы домовый. Хотя реально есть легенда, что типа в домах домовые, так сказать, живут. Все в порядке. Да, он спрятал меня от погони и сказал, что вы сможете помочь. Я должен спасти сестру, с ней приключилось нечто ужасное. Ларс, сознание твоей сестренки захвачено диадемой. Ожерелье диадема. Боюсь, просто взять, снять ее будет недостаточно. Полуни всего отвечала твоя храбрость. Сейчас она как никогда кстати. Даже мой хозяин, храбрый партняшка, проиграл битву этим существам. Он славно набивал им бока, но они вставали и нападали.
нападали снова. Я попытался помочь, но меня полоснули когтями. Я свалился в подвал. Какой девочки идут охоту на мальчика? Я думаю, что у девочек не дат... Хотя они слишком маленькие, чтобы у них был нет, ну, вы поняли. Да, их используют как инкубатор для вынашивания личинок новых волшебных бабочек. Какая-то антифеминистическая игра, ребят. Где феминистки? В игре пропагандируется использование девочек как инкубатор. Что им феминистки на это скажут? Сам демон без обид, он прячется в пещере, всю грязную рот за него выполняют девочки. Коронавирус, нужно торопиться. Ступай на восток через лес. Запад на восток, летит лепесток. Там ты найдешь пещеру. Но как мне уничтожить зло? И он сдох. Все, смерть, проклятие, кажется, он сдох. Эти слезы на глазах Элли, неизвестно где, в лапах зла. Я застрял здесь с трупом гномика. Отец, я даже не знаю, что с ним. Вот ты, он просто свалил, там отец, может, можно спасти было отца. Он взял такой, просто съебался на отца. Ларс, соберись. Сейчас найдешь способ опустить лестницу, отыщешь пещеру и спасешь свою сестру. Я думаю, опустить лестницу — это и наименьшая из проблем, которые у нас есть. Вообще, я бы тут и остался. Мне кажется, это лучший вариант. Сейчас руки 2-0 заменяет протез с крюком в конце. А что, если это и есть ключ к выходу? Твою мать, я только что отнял руку домового. Как-то мне крипово. Странный механизм рельса, возможно, взаимосвязан с лестницей. Осмотрим все, а потом будем решать, что делать. Так, лестница слишком высоко, но найти способ опустить ее, это легко. Так, нужно найти некую подсказку, как мне кажется, к тому, как может работать этот механизм по цветам. По цветам. То есть мы видим разные цвета и, ну, допустим. Ага, это идеально зашел в паз механизма. И это ничего не дало. Запустилась некая музыка. Кстати, кекс так нам и не дали. Вернее, мы особо так и не взяли. Может, у вас есть? Не совсем понимаю по колодику, но ладно. Я думаю, нам нужна подсказка. Если я вот это дерну. Если честно, я не очень уверен, как это работает. Это я понял, а как мне понять, что делать? То есть подсказок я не вижу. Может, кекс есть подсказка? Здесь всякие надписи на стене, типа повернуть колесо, но... Они не похожи, что в них есть некий смысл. Ну, то есть... То есть я не понимаю. Ладно, да дерни вот зеленый. Ничего не происходит. А если я голубую дерну, там, где вот эта штучка? Тоже ничего. Вот лестница хоть бы дернулась, чтобы можно было понять, что что-то мы делаем правильно, а что-то нет. Ну, допустим, я вот так сделаю. Что будет тогда? Методом научного тыка. Может быть, надо так закрепить как-то, чтобы колесико зацепилось за... Так, ну, допустим, ударили в часы, по-моему. А если я дернуть здесь? То ничего не произойдет. Что за загадка странная? Ничего не понимаю. Серьезно, нет, загадка сложная. О! Ебать, у меня получилось! Так, а и в чем прикол? Типа, мне нужно все эти крюки собрать? Так, ладно, голубой крюк у нас собран. Ну, допустим, хочу собирать еще. Так, ну ничего не происходит. Попробую сейчас зеленый крюк взять. Давайте зеленый попробуем. Тоже не хочет. А если желтый? Тоже нет. А почему голубой-то прицепился? То есть голубой крюк, значит, хочет цепляться, но это я методом рандома понял. Допустим, зеленый крюк, может, зеленый крюк так цепляется. Может, нужно определенную высоту поставить вот этот рычаг, и так, таким образом крюк до него спустится как бы. То есть, может, у каждого рычага какая-то своя, типа, дистанция,
Что-то пока это не работает. Может, еще и дистанции и порядок тоже свой. Давайте попробуем в трех положениях каждый крюк потянуть. Потому что один-то потянулся. Ну, то есть, значит, и остальные так-то должны тоже за ним. Так, а если по центру? Централ, ветер северный. Давай, давай, падай. Черт, тоже нет. Так, а если до самого верха? Просто я не совсем понимаю, по какой логике они должны стягиваться вниз, или я должен вот так угадывать? Тоже что-то идет не так. Но один крюк есть, видите? Мы не безнадежны. Пробуем тянуть остальные. О, получилось! То есть, да, походу, есть какой-то порядок. Не хз, есть ли высота правильная для этого крюка? Нет, здесь сразу нет. Ну, видите, что-то получается? Давай! В реальной жизни... А, так, не-не, верни на место. Я, правда, пока не понял, а в чем прикол того, что тут мы соберем все эти крюки и что? Не хочет. То есть два собралось, больше пока не хочет. А если ниже? Потому что, по идее, ну, крюки двигаются только в одном направлении. Может, мне веса не хватает, а? Может, мне, типа, поесть надо? Нет, предмет в инвентаре у нас один. Ну, давай, допустим, еще попробуем вот так. О, да, видимо, как я говорю, высота влияет. То есть влияет и высота, и как бы, и с какой момент ты дергаешь какой крюк. То есть все правильно, видите? Крюки нужно дергать в определенной последовательности на определенной высоте. Если все факторы будут сочетаться, то да, лестница опустится. Вот оно, все просто, изи. Так. Ну, может быть, они нормальные? Ой, ребят, я свой. Любопытно, сегодня случилось очередное исчезновение. Вот кого я вижу на месте преступления. Я здесь по той же причине. Пустите, я ищу свою сестру. Ну, то есть я, очевидно, не демон, который может сделать уничтожение. Но мы идем на поле монстра. Я смею сжать его теперь здесь, в поисках ответов. Ну, может быть, король мне поверит. А, беда не приходит одна. Утром исчезла моя милая. Умница принцесса. Некто пробрался в королевский сад, разорвал прислугу на части и похитил мою душу. Они же совершают нападение на город. Монстрами управляет душка, разум которой захвачен злом. Мальчик, тебе известно больше, чем всем моим слугам. Кто ты? Мой король, меня зовут Ларс, я простой сын охотника. Мне лишь известно, что зло, дающее приказы двушкам, безобидное и притаилось где-то в пещере. Я иду туда, чтобы спасти мою сестренку. Твои слова и поступки достойны уважения. Да и храбрости те, как я вижу, не занимать в Тинькове. Ради своей семьи я готов на все. Молю, отыщи мою дочь. Дарую полцарства за коня. Полцарства за коня. Все, что пожелаешь. Слово короля. Но... Вот, это ее портрет. Прошу, мальчик, надеюсь, сейчас скажется, что та девочка, которая украла мою сестру, и есть его... дочь. То есть, или как, я не понял, это жену или дочь украли? На улице ждет карета. Я подвезу тебя до лесу, но нужно спешить. Нужно поспешать. Пришпорьте коней! Ступай, отыщи мою маленькую принцессу. И помни. Добро всегда должно, всегда побеждает зло. А, допустим. Ну же, подвиги ждут тебя. Так я не понял, а почему твой телохранитель со мной не пойдет? Нет, я понимаю, что он телохранитель короля, но тем не менее. Постой, впереди наверняка множество опасностей. Вот, возьми мой кинжал. О, за кинжал. Ой, спасибо хотя бы за кинжал. Я думал, вообще ничего не дашь. Ну ладно, дед не так плох. Спасибо, мой король. Ладно, хотя ладно, он такой же дед, как и я, просто я почему-то дедом назвал. Хорошо, король неплох, ладно, король неплох. В принципе, если будут у него какие-то выборы королевские, я готов за него проголосовать. Глава вторая, шаг в неизведанное. А что было дальше, вы узнаете в следующей серии, потому что... Ой, сохранение как раз к месту. Короче, вы узнаете, что было дальше, что будет дальше в следующей серии, так что подписывайтесь, ставьте лайк, наверное. И увидимся в следующей серии, там же мы узнаем, что было дальше, что будет дальше. И я, в принципе, думаю, что пройдем игру за 2 дня. То есть сегодня 2 серии и завтра 2, плюс стрэм. И все будут довольны! Сытые, довольны! Всем пока! Как я понял, еще, кстати, да, глав 4, и значит 4 видео.